Всем привет, это Свинтовит, и мы с вами продолжаем играть в Deus Ex Mankind Divided. Недавно мы ее прошли, но у нас еще остались история Адама Дженсона. Крайние меры. Так, это что у нас? Системный сбой. Интересно, о чем это? Это криминальное прошлое. А это у нас что тогда? Крайние меры. Не знаю, в какой последовательности проходить, но давайте в той, что здесь потом. Сначала крайние меры, потом системный сбой и криминальное прошлое. Ну, мы уже прошли Deus Ex Mankind Divided. Поэтому. Окей, новая игра. Пусть остается «Хочу Дженсон, хорошо, что я тебя перехватил. Помнишь теракт, который по тебе прошелся? Шутника я себе строишь. Да блин, чего я несу? Помнишь, конечно. Чего-то я явно не в форме. Летел сюда со всех ног и... Чан, давай ближе к делу. Хорошо. Помнишь ту испорченную запись со станции? Ту искаженную картинку, что указала на КПА? И что с ней? Там на станции Ружечка работает женщина. Она пыталась связаться с Интерполом. Говорит, у нее есть информация по записям с камер слежения. Вроде бы может встретиться и рассказать. Вот о таких вещах хотелось бы узнавать заранее. И что насчет этого сказал Миллер? Миллер ничего не сказал. Я с ним об этом не разговаривал пока. Утаиваем информацию от начальства, чем? А то они многое нам сообщают. Эта женщина, она была очень нервной. Если она знает, кто террорист... Дженсон, тебе бы встретиться с ней побыстрее, пока ее не перехватил кто-то еще. Где она? Она ждет в переулке на улице Штур. Ее зовут Павла Килманович. Хорошо, посмотрим, что ей известно. Павла Килманович? Сакра, вы аугментированный. Я не думала, что они пришлют... Да, это я. Вы из Интерпола? В данный момент да. Мне сказали, у вас есть информация о теракте на станции. Да. Нет. Может быть. Я там работаю. На станции Ружечка, в отделе внутреннего наблюдения. Меня там не было, когда взорвались бомбы. Смена еще не началась. Но я уже шла на работу и услышала... И все равно туда пошла. Убедиться, что мои коллеги... Все было полностью разрушено. Я знаю, я там был. Не торопитесь. Было ужасно. Вокруг сплошной хаос. Когда явился тот человек из Тарвоса, у меня в голове была каша. Тарвос? Частная охранная фирма? Он сказал, что проводит расследование. И я ему поверила. И дала ему код к серверной. Я понимаю, что не должна была этого делать, но он был похож на полицейского, и я... Он как-то испортил записи. Как он выглядел? Он назвал свое имя? Нет, он не представился. Скажу вам честно, когда я вижу человека в форме, я уже не приглядываюсь. Он был похож на солдата. На солдата-британца. У него был заметный акцент. Да. Откуда вы знаете? Я долго служил в полиции. Когда после взрывов появился этот британский солдат из Тарвоса? Я не помню. До приезда полиции. Я
Я рассказала вам все, что знаю. А теперь уходите. Все хорошо. У нас просто дружеский разговор. Я вижу, вы чем-то напуганы, но я не из полиции. Ничто из того, что вы скажете, не будет использовано против вас. Я подумала... Все хорошо. Продолжайте. Я подумала, он просто делает копию. Для протокола. Но когда приехали настоящие полицейские, он схватил меня и сунул мне кредитный чип. Там достаточно средств, чтобы помочь многим жертвам теракта. Моим коллегам. Но они его не взяли. Сказали, чтобы я позвонила в Интерпол. Так вот, почему вы не связались с нами раньше. Он вас подкупил. Теперь вы меня арестуете? Я вам уже говорил, я не из полиции. Надеюсь, вы вспомните что-нибудь еще, если я вас отпущу. Я рассказала вам все, что знаю. Но если что-то вспомню, то свяжусь с Интерполом. Спасибо. Чан, я поговорил с Павлой Килманович. Выходит, что кто-то из Тарваса добрался до серверов с записями с ружечки раньше полиции. Тарвас? Что? Ты считаешь, они испортили запись? Но зачем? Зачем это им, Дженсен? В смысле, я ж не могу просто им позвонить и спросить. Спрашивать буду я. У них же есть представительство в Праге, да? Да, на узловой станции. Это станция метро. Я тебе сообщу, если что-то узнаю. Погоди, Дженсен. Узловая станция закрыта. Пока нет информации, почему. Но я сейчас применю свою магию. Есть! Открыл тебе доступ в поезд. Теперь должен доехать без проблем. Пока нам и шагу не дали ступить самостоятельно. Хотят уже наблюдать не за стыков. Если Адам сейчас докопается, что Тарвис на самом деле нечистый, то как они... Он спокойно воспринимал новость о Тарвисе, когда прилетели в финале в Лондон на то мероприятие. Эй, сюда нельзя. Здесь поезда не останавливаются. Я из Интерпола. Мне надо поговорить с кем-нибудь из руководства Тарваса. Прошу прощения, но у нас сообщение о бомбе снаружи. Мой лейтенант дал приказ никого не пропускать. Каждый вправе либо уйти, либо ждать, когда все прояснится. А я стою на посту. Хорошо сработал с поездом, Чан. Но у нас тут новая проблема. Все закрыто из-за страха перед террористами. Значит, я не смогу заняться Тарвасом. Есть еще один путь. Я уже бывал в этом офисе. Посередине здания есть зона доступа, соединенная со станцией. Но если ты ей воспользуешься... Я вломлюсь в офис охраны фирмы. Как думаешь, мне спасибо скажут, если я найду брешь в их защите? Ха, наверное, нет. И особенно, если они пытаются скрыть свои связи с КПА. Свяжемся, когда доберусь до их командного центра. Отбой. Так. Так, ага. У нас есть 15 штук. Мы опять на нуле. Мы не полностью прокачаны. Ну, давайте попробуем. Подождите. Куда нас сейчас направляют? Значит, нам понадобится проникать. А какой тут есть способ проникновения? Сюда можно. И наверх можно. Служебное хлашение. Метро было с безопасных důvodů uzavřeno. Postupujte prosím podle evakuačních pokynů staniční obsluhy či důstojníků Tarvosu. Так. За компликации се глубоко омолваем. А может не дается прыгать? Ага. Ну, как минимум надо потратить тяжелые вещи. Внимание, станция закрывается по соображениям безопасности. Пожалуйста, выполняйте инструкции работников станции или офицеров Тарваса, ответственных за эвакуацию. Приносим наши извинения. Так. Мне сила нужна. А смекалка. Ладно, бывает. Что у нас здесь?
Ну, думаю, таскание тяжелых предметов нам тоже с вами метро было с безопасностью пригодится. Поступуйте, просим, подле эвакуационных покинув станичных. Как же громко орет. Секунду. Ладно, пусть дальше громко орет. Похоже, никак не справить. Что у нас здесь? Внимание, станция закрывается по самому. Детальки, это хорошо. Пожалуйста, выполняйте инструкции работника станции. Что мы с вами можем тут еще обнаружить? Приносим наш Эми-генератор. Окей. Зачем он нам? Ага. Электронная отмычка здесь валяется. Ну, хоть какой-то лут. Так, ну что нам еще понадобится? Ну, думаю, невидимость понадобится. Служебное оглашение. Метро было с безопасностных důvodů uzavřeno. Так, сделаем также сохранение. Vstupujte prosím Pojďte. Podle evakuačních pokynů staniční obsluhy či důstojníků Tarosu. Tak. Za komplikace se hluboce omlouvám. Trojčka, dvojčka, jednička. Čtvrtka. Pojechali. Внимание, станция закрывается. Где Лонгворд? Себя в будке. Изображает бурную деятельность. Так что, это закрытие уже официальная миссия? Не уверен. Может быть, перейдем на Казикрам? На случай, если вдруг нас записывают. Может, лучше вообще заткнуться? Так хоть задницы прикроем, пока лейтенант не даст отбой. Я не против. Окей. Так. Тут у нас два тела. Оглашение. Метро было с безопасностных důvodů uzavřeno. Поступуйте, просим, подле эвакуационных покинув станичной обслуги чи důstojníků Tarvosu. За компликации се глубоко омлуваме. Так. Внимание, станция закрывается по соображениям безопасности. Пожалуйста, выполняйте инструкции работников станции или офицеров Тарвоса, ответственных за эвакуацию. Приносим так. Наши извинения. Так, ждем. Ждем. Прячемся. Služební hlášení. Metro bylo z bezpečnostních důvodů uzavřeno. Postupujte prosím podle evakuačních pokynů staniční obsluhy či důstojníků Tarvosu. Za komplikace se hluboce omlouváme. Ждём восстановления. Внимание, станция закрывается по соображениям безопасности. Пожалуйста, выполняйте инструкции работников станции или офицеров Тарвоса, ответственных за эвакуацию. Ох, как его зашвырнуло. Приносим наши извинения. И удачно зашвырнуло. Как раз то место, где его не увидят, скорее всего, если специально сюда не пойдут. Окейушки, это хорошо. Так, что у нас тут? Есть программки есть. Окей. Патрошки на пистолет. Служебное оглашение. Читаем на паузе. Метро было с безопасностных důvodů uzavřeno. Поступуйте, просим, подле эвакуационных покинув станичной обслуги чи důstojníků Tarvosu. За компликации с что у нас здесь? Код есть. Это замечательно. А тут у нас патрохи. Внимание, станция закрывается по соображениям безопасности. Пожалуйста, так. Выполняйте инструкции работников станции или офицеров.
который мы могли бы с вами забраться. Приносим наши извинения. Те пусть на своем посту сидят. Точнее, стоят и изображают бурную деятельность. Так, детальки. Неужели придется идти через парад? Так. Служебные хлашения. Давайте воспользуемся с безопасных důvodů uzavřeno. Postupujte prosím podle evakuačních pokynů staniční obsluhy či důstojníků Tarvosu. Za komplikace se hluboce omlouváme. Заряд совсем маленький у нас. Так. Пожалуйста, выполняйте инструкции работников станции или ответственность за его. Приносим наши извинения. А как тебе нравится приказ охранять лифт, когда никто не авторизует наши крючка? Его можно будет использовать. Это приказ лейтенанта. Лифт он для начальства. Ага. А ты, насколько я помню, к нему не относишься. К тому же лифт. Гениально. Адам такой, Адам. Он такой, блин, иногда отчевучит. Мы подготовили для вас два специальных интервью об акте восстановления человечества. Сегодня я побеседую с главой факультета социологии Гарварда доктором Стэнфилдом Кристиансоном. Конца ему не будет. Добро пожаловать, доктор. Еще жалуются. А как тебе нравится приказ охранять лифт, когда никто наверху не авторизует наши ключ-карты, чтобы можно было им пользоваться? Как чертов лифт? Это приказ лейтенанта. Лифт он для начальства. А ты, насколько я помню, к нему не относишься. К тому же, лейтенант не такой уж плохой. В нынешней ситуации лучше решительный бравый вояка, чем какой-то неженка задрот менеджер. Так. Ты лейтенантом? Ладно, Салат, можешь уже начинать, наверное. Так. Куда мы попадем? Так. Угу. Мы могли сюда войти и сразу попасть куда-то дальше. Ясно, мы могли проникнуть сюда просто с другого места. Зря я сюда побежал. Энергии у нас минимум. Я, конечно, могу использовать эту штуку, но она у нас в единственном числе. Вниманию всех сотрудников, чьи дети посещают детский сад. В связи с введенным режимом изоляции, круто, но все, все дети патронов переведены в безопасное убежище. С возникшими вопросами вы можете обращаться к госпоже Бенкову. Так, мы можем пробить эту стену. А нужно ли оно нам? Давайте пока обойдемся без этого. Вентиляции не вижу. Так. Так, давайте попробуем взломать. Попробуем ломануть. Ага, не можем мы ломануть.
надо качать хакерство. Типа можно перепрыгнуть сюда, перепрыгнуть туда, все дела. А можно прокачать хакерство. Давайте попробуем этот вариант. А теперь сейчас можем. Взломано. Если шли так, то вымерли на где-нибудь примерно вот здесь бы вышли бы. Понятно, ясно. Крафтим. Фигмы, что скратим. Это все равно мало. Если прокачать прыжки. Приглашаются все сотрудники ТАРС. Да-да, я их. Вот, до этого небольшого музыкального перерыва мы обсуждали кое-что серьезное. Итак, продолжим, пожалуй. Итак, Шариф Индастрис обанкротилась и будет поглощена Тайюн Медикал. Что тут можно сказать? Это полная катастрофа. Ну, конечно, мы никак не можем повлиять на корпорации. Так, парень ушел. И настоящее воплощение зла становится монополией, заполучившей самое опасное оружие в мире. Я много лет назад предупреждал, что производство равно уничтожению, что конвейерная штамповка шарифом неуправляемых технологий приведет к разрушениям по всему миру, что недостаточный контроль над лекарствами выльется в массовую истерию и убийство. Два фактора столкнулись. К чему это привело? Именно к тому, о чем я говорил. Так, читаем. Ну, наверное, интересная информация. Обратите внимание, что пятое стрельбище будет закрыто на ремонт в течение следующих суток. Окей. Как вы можете так поступать? Собрали немножко ресурсов. Так, там у нас камера светит. Там народ бродит. Окей, будем что-то с этим делать. И как амплитуда движения? Так, мне очень что нравится. Ли, поверху там как-то пройдет. Мотор намного лучше, чем в прошлой модели. Полностью переделали балансир и скорректировали ручное управление. А ну-ка пройдись. Давай, испытаем его маневренность.
Напоминаем, что оставление или утрата личных карается штрафом. Так. Тут у нас тоже есть камера. Ну, дальше там наверх прыгать не имеет смысла, наверное. Пропрыгнул, поэтому надо как-то пройти мимо этой камеры. Так, она вроде не шевелится. Энергия у нас... поднаплакал. Благо у нас появилась одна лишняя ячейка. Так, камеру обошли. Можно спуститься здесь. В жизни его не сниму. Как скажешь, приятель. Только не нажимай мне никаких. Так, а что у нас здесь? Ну, попробуем пройтись. Внимание! Из-за введения режима изоляции все маловажные встречи переносятся. Так. Окей. Чудно. Кто меня там палил? Кажется, там кто-то есть. Скажу, проверю. Потише. Еще энергия. Интересно, зачем нам дали? Спасибо, зачем что тут прикрыли. Это все расставлено? Так. Окей. Мы куда-то с вами проникли. Слабься. Мы выполняли приказ. Мы не сделали ничего плохого. Да, а если он все-таки напортачил? Мы сами не знали, что он там делал. Так. Что у нас внизу? Я хотел бы перепрыгнуть и оказаться уверен, вон там. Мы просто выполняли приказ, но тут, кажется, я прыгнуть не смогу. Или смогу. Чудненько. Что у нас с вами здесь? Настоящая база. Чудненько. Опс. Куда это она? Ага. Верно. Окей. Давайте на карту посмотрим. Нам нужно в центр командования. Один чувак находится в туалете. А в центре командования находится два человека. О, не два. Больше. И каким макаром я должен пробраться туда? Интересно. Чан, я в командном центре. Очень вовремя. Мисс Килманович снова звонила. Сказала, у парня из Тарваса было какое-то навороченное устройство. Вроде тех, на которые нужен запрос по имейлу и разрешение лейтенанта. То есть приказ могли отдать на самом верху. Посмотрю, что удастся обнаружить в кабинете лейтенанта. Его зовут Уитакер. Если я не ошибаюсь, его кабинет в мезонине. Так, чувак.
Ты явно хочешь посетить эту камеру. Ну, совсем незаметно. Помните, что действует режим изоляции? Кто-то любит книжечки это читать. Это не учебная тревога. Так. А куда это ведет? В другой туалет. В женский. Но это нам не нужно. Как же будет неприятно вам находиться в непрокачанном состоянии. Так. С этой стороны камер нет. Так, внизу ходит чел. Камера там работает. Господа, говорит лейтенант Уитакер. Они боятся выйти на улицу, потому что их ненавидят и подозревают в ужасных вещах. Они мечтают снова почувствовать себя в безопасности. Является основной идеей акта восстановления человечества. Вы должны проявить себя с лучшей стороны. Судя по всему, отличается ООН-точный тысячелетий. Идеальное решение наших проблем. Старших по званию и мои лично. Это все. Продолжайте работу. Так. Как же быть, что же делать? Надежное хранилище данных в мире. Туда что ли вломиться? Ну зачем? IT-отдел северный. Защищают секреты крупных корпораций с технологией. Да рискнем что ли? Как были приняты первые законы о защите приватности. Источники близкие к банку утверждают, что несмотря на многие попытки взломать серверную, ни один хакер даже близко не подошел к этой задаче. Мне лично кажется, друзья, что преступники только впустую тратят время. Гениально. Понимаю. Гениально, Адам. Так, сюда мне не проникнуть, мне сразу палят. Как только пытаюсь туда проникнуть. Поэтому давайте пойдем в эту сторону. Посмотрим, что у нас... Так, мы это с вами уже читали. Но я это еще не брал, когда загрузил. Молодец. Там три человека. Чуть не спалился. Так. Один там что-то делает. Два других загорают. Продолжай. Чудно. Сказано продолжай. Мы сюда проникли с вами, молодцы. Но каким макаром мне? А, мне на четвертый этаж нужно. Хорошо, все ваше. А с чего я взял, что мне нужно? Мы освещаем события со всего земного шара. Что мне нужно? Здесь что-то? В центре? Не знаю, ну, наверное, потому что в самом начале указывал значок. Знаменитые клинки, расположенные в самом центре Праги. Собственно, сюда показывал значок миссии. Наверное, это меня сбило. Самые надежные хранилища данных в мире. Внимание всех сотрудников, дети посещают защищают секреты в связи с введенным режимом изоляции. Все дети переведены в безопасное убежище. Так. И возникшие вопросы, вы можете обращаться к госпоже Пинкову. Несмотря на многие попытки взломать клинок, ни один хакер даже близко не подошел к решению этой задачи. Мне лично
поднимаемся выше. Изменить расположение. Окей. Так, нам сюда. Вентиляции. Да вроде нет. Я, конечно, попробую. Всем двигаться к точке. Опс. Обновление расписания. Что у нас здесь? Разбор операции, проведенной на прошлой неделе в Феллисе, вентиляция, переносится на несколько дней. Чудно. Так, тут у нас камера может запалить. Соседнее здание. Чем комнатка? Нам вот ту комнатку. Так, окей. Стеклянная фигня. Чудно. Так. Комп не взломать. Поскольку или взломать, меня тут не видно. Так, ну давайте взломаем. 60 вообще нереально. Зафиксирован аномалия. Доступ разрешен. Читаем на паузе. Так, окей. Вот так-то лучше. Программа. Внимание всех сотрудников, чьи дети посещают детский сад. В связи с введенным режимом изоляции, все дети переведены в безопасное убежище. С возникшими вопросами вы можете обращаться к госпоже Минкову. Сейф уникальный, не запрятаны. Так, повсюду камеры, камеры, камеры. Так, как к вам можно проникнуть, кроме как через вот эту вот замечательную дверь? Давайте посмотрим, что здесь, кроме камер. Так. Дверь в кабинет. Стекляшка. Остановилась, можно. Глушить. Продолжайте, я подтвержу запрос. Напоминаем, что оставление или утрата личного оружия карается штрафом. Как раз тот парень, который тут баранил. Окей. Оружие. Это большая ошибка. Акт создан, чтобы обезопасить. Как так, нас, окей. Значит, парня можно перетащить сюда. Боятся выйти на улицу, потому что их ненавидят и подозревают в ужасных вещах. Они мечтают снова почувствовать себя в безопасности. Это является основной идеей акта восстановления человечества. Так.
Что вот так, у нас друзья. Тут судя по всему, имеется? Номер 3507, идеальное решение наших проблем. Вентиляция есть? Доктор? Так, замолкнем, надоело. Так. Ничего здесь нет, никаких вентиляций и прочего барахла. Центр управления, окей. Так. Приносим извинения за поломку под машины. Надеемся, завтра ее отремонтируют. Детали. Вентиляция, которой нельзя воспользоваться. Все. Ага. Вентиляция, которой можно воспользоваться. Так, ну куда же она нас приведет? Ага, кажется, туда, куда нужно. Чудно. У нас тут картина, сейф. Так. Таунсен, хорошо. Саймон, я не... Лиса, мне сейчас не до этого. Эта чертова станция вся в огне. Я знаю, кто это сделал. Чан, сделай так, чтобы для меня был поезд на узловой станции. Ты выяснил, кто испортил запись? Я узнал куда больше. Расскажу тебе все подробно, когда доберусь до штаба. Так, теперь мне обратно. Так, но сначала хочу положить снайперку. Карман. Сколько у нас денег? Так, 5000. Нет, не то. 0 кредитов. Беспредел. Теперь должно поместиться больше. Так, интересно, от того парня вообще стоит? Ага. Я и не могу его побеспокоить. Так, мы это уже прочитали. Ладно, возвращаемся тем же путем, что и попали сюда. Так. Внимание! На время действия ага. режима изоляции. Пошли дальше. Тренировки и испытания отменяются. Ну, довольно технично было все. Почти. Теперь надо вспомнить, каким макаром можно отсюда выбраться. Так. Надо, наверное. Или не надо. Подтверждаю. Малый патруль. Так, хорошо. Так, ну сюда. Суть достаточно мало, поэтому нужно ждать, пока восстановится хотя бы то, что у нас есть.
хранящиеся в стенах банка находятся вне юрисдикции любого правительства. И вы можете быть уверены в своей полной анонимности. Банк Мэйси — это лучшая корпоративная хранилище данных в мире, и он будет таким всегда. Так. Куда мы можем спуститься? Таким макаром. Ну, неважно, давайте. Мы пришли одним путем, мы уйдем. Мы подготовили для вас тем же путем. Интервью об акте восстановления человечества. Сегодня я побеседую с главой факультета социологии Гарварда доктором Стэнсфилдом Кристиансом. Так, ну. В этом не той лестнице вышли. Как вы считаете, что изменится, если акт о восстановлении человечества будет? Встречаемся на лестнице. Держите точку. Так, ждем. Ну или не ждем. Так. Еще ждем, придется. Внимание! Так, еще ждем. Лекция мистера Мюррея по скрытому ношению оружия переносится. Посетить ее можно будет в конце недели в зале 12. Ни в коем случае. Это большая так, ошибка. Идем дальше. Чтобы обезопасить как нас от них, так и их от нас. Так. Хотя я сам у меня много аугментированных друзей, они боятся выйти на улицу, потому что их ненавидят и подозревают в ужасных вещах. Как мы сюда попали? Я уже не помню, как мы сюда зашли. Ну, попробуем зайти в туалет. Ну, вроде по какой-то вентиляции сюда заскочили. Но явно не по этой. А, вот по этой. Окей. Принял важно. Адам, не чуди. Так, хорошо. Так, надо заглянуть в улики все же. Что мы там нашли такого? Уникально хорошего. И туда ли я иду? Не уверен, но попробуем. Внимание! Из-за введения режима все маловажные встречи так переносятся. Случайно. Хорошо, что никто не услышал. Интересно, допрыгну, не допрыгну. Слышал какой-то шум. Поторопитесь. Я хакер. Спасибо, что прикрыл. Так, чуть не свалился.
Так, теперь вот эта камера. Ладно, съем еще один батончик. Обновление расписания. Исправленное видеопособие по противодействию аугментированию будет транслироваться завтра, ежечасно, в кинозале А. Приглашаются все сотрудники ТАГС. Вроде пока все удачно. Там вроде никто не сидит. Итак, последователи, кто еще считает, так, что Натаниэль Браун и его подручные Санта Юлиан, как уже разговаривали? О, это тут валялось. Чудненько. А я и не заметил. А было бы полезно. Так. Чудно. Незаметно, безопасно. Вот и все, и никаких тебе проблем. Так. Можно уйти вот через ту вентиляцию. Замечательно. А, вот у нас, как я проглядел-то. Лишний не будет. Обошлись и без него. Спрячем. Давай чуваков не напрягать. Где бы так незаметно спуститься? Ага. Все, чуваки, счастливо, удачи, пока. Так вот, удачное проникновение, добыча информации и тю-тю. И отход. Чан. Быстро ты справился. Дженсон, черт, не тяни резину. Кто террорист? И при чем тут Тарвас? Я нашел запись разговора Уитакера с сестрой. Ее мужа недавно завербовали в КПА. Это он устроил взрыв. Похоже, при этом он был просто пешкой и легко поддался чьему-то влиянию. В общем, лейтенант испортил записи с камер, чтобы защитить свою сестру от возможных негативных последствий. Отлично, Дженсен. Тихо все провернул. В Тарвасе ничего не заметили. Хочется узнать ответы, которые не ведут к новым вопросам. Окей, понятненько. Это и все дополнение? Это и все? Капец. Я-то думал, а тут... Зачем это было? К чему? Непонятно. Просто непонятно. Может, я что-то пропустил, может, там его повазить, всех повышить, всю инфу выведать, все дела. Не знаю, но это как-то было странно. Это не DLC, это фигня какая-то. Не знаю, мини-побочный квест. Его можно было просто к побочным квестам влепить в основное сюжетное прохождение. И все, и ничего бы не изменилось. Причем в самом начале. Одним из первых лепить. Это было странно. Просто странно. Ну ладно. Тем не менее, спасибо, что смотрели. Вы знаете, что можно делать, мои мертвые души и новоприбывшие. С вами был Синтавис. Всего хорошего. Пока-пока.